Привет. Инструмент для вскрытия Хонды и Акуры. Профиль Хон 66. Как он работает? Ну, это шторка. Как похоже, как турбодекодеры. То есть вставлять и вытягивать в замок надо с закрытой шторкой. То есть мы закрыли шторку, вставили в замок. Ну и вытягиваем тоже обратно уже с закрытой шторкой. Так, 1, 2, 3, 4. Ну, это я точно не скажу. Это, я думаю, просто наклон поворота. В общем, я думаю, это не так важно. Вот у нас приспособление. Вставляем. И вот пустоты. Здесь идет, ну, секретная часть ключа идет. Мы ее заполняем клеем. Здесь два клея. Буква А — это мягкий клей, буква Б — это пожестче клей. Ну, вы и на ощупь, я думаю, попробуйте просто пальцем, он мягче, этот жестче. Значит, открываем. Здесь такая штука, вот она подкручивается. Ну, вылазит и залазит. Так. Можно пальцем. Пальцем даже лучше получается. Ну так, чтобы нормально заполнить все. Чтобы все заполнить. Здесь есть лезвие, вот оно, в комплекте. Можно им, но я взял просто нож, мне удобнее этот канцелярский. Лишнее мы убираем. Не канцелярский, а строительный. Заполнили одну сторону, переворачиваем вторую сторону. Кстати, вот тот второй, вот этот мягкий, который, можно использовать зимой, например. У нас сейчас лето, и мягкий я даже не стал пробовать, потому что на ощупь он слишком мягкий. Ножом можно тоже так чуть-чуть вдавливать. Так, и снимаем лишнее. Так, ну все, готово. Убираем это приспособление. Вот получилось заполнено. Там, где должны быть секретная часть, оно заполнено. Сейчас покажу ключ. Вот это Акура у нас. Вот он ключ. Так, ну что, пошли открывать машину.
Закрываем. Вот так мы будем вставлять замок в закрытом положении. И пальцами немножко вот эти можно придерживать, чтобы оно зашло нормально. Все, идем. Ключ. То есть открывается у нас он по часовой стрелке, закрывается против. Придерживаем пальцами и вставляем. Вот эту держим тоже, чтобы она не выехала, когда мы будем вставлять. Обязательно до упора проверили. Вытягиваем. И нажимаем понемножку вправо-влево. Пробуем закрыть. Закрыто. Закрываем. Вытягиваем. Если присмотреться, тут есть отпечатки. Теперь попробуем. Попробуем вставить повторно, посмотреть, держит оно секрет или нет. Нет, повторно оно уже не работает. Нет. Сработало. Так что получается, даже может держать какое-то время отпечаток. Вот такой инструмент, такой же есть инструмент на тойотовские профиля. Там может будет на сайте перечислено все, какие профиля на Тойоту. Вот, на Тойоту я еще не пробовал, но я думаю, все должно быть тоже хорошо. Цена будет на сайте, телефоны, ссылки, все будет на видео. Пока.